Здравствуйте, здравствуйте, многоуважаемые радиослушатели! Эй, мэн! Сегодня мы немножечко припозднились. У меня болела башка очень сильно. Вот, а потом нужно было сильно посрать. Ну, в общем, полчаса мы немножечко проебали, но это не главное. Главное то, что мы снова вместе и можем слышать друг друга. Аллилуйя! Приходите к нам в нашу конференцию и рассказывайте свои охуительные истории. Как всегда, в субботней конференции вы можете выступить с чем-то интересным или не очень интересным, рассказать, как прошла ваша неделя, как вы покакали. Я вот сегодня петуха ел и какал не очень хорошо, честно говоря, вонюче какал. А вот раньше-то у меня были жесткие, упругие колбаски. Вот, а сейчас говно какое-то. Не горжусь, чем я какаю. Вот, ну главное, что петуха-то поел. Хотя вместо петуха был индюк на самом деле. Но так или иначе, все хорошо, все прекрасно, жизнь продолжается.